Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале о вязаных игрушках Амигуруми. С вами я, Наташа. Всем приятного просмотра. Сегодня расскажу о мастер-классе про овечку. Покажу овечку. Я связала вторую уже. Итак, первая овечка у меня связана из плюшевой пряжи. Ализе Софти Бэби. Но не Ализе, а Долфин Бэби, вернее. С добавлением пехорки от детской новинки персикового цвета. Получилось, значит, вывязала я ей, не помню пряжу, как называется, потом, если кому-то нужно, уточню, посмотрю. Использовала также пастель, розовый цвет и коричневый, возле глаз, розовый на щечках и ушках. Глаза полубусинки 10 миллиметров, травку, пряжу белую. Значит, овечка вяжется одной деталью, она у меня не влазит в кадр. Рост у нее 42 сантиметра. Я вязала точно такую же овечку, вчера ее закончила. Мастер-класс, кому нужно, если вам он нужен, я оставлю ссылку под видео. Переходите по ссылке и бесплатное описание этой овечки у меня в группе ВКонтакте. Группа называется «Королевство игрушек». Итак, покажу вам новую овечку, которую я вчера довязала. Она у меня без одежды еще, без жилеточки получилась. Жилетку я свяжу обязательно в будущем. Также потом ее покажу. Вязала я ее по этой же схеме, но добавила здесь пряжу на макушке из точно такой же пряжи, из которой ее вязала. Это Ализе Софти Бэби, белый цвет. И вторая пряжа, которая нужна для этой овечки, это детская новинка от Пехорки, персиковый цвет. 18 персик. А здесь, кому если интересно, 55-й. Итак, два цвета. Глаза полубусины используются здесь 5 миллиметров всего. Рост у этой овечки получился, так, сейчас измерю, 26, по-моему, сантиметров. Да, всего 26 сантиметров. И выбирайте, то есть пряжу можно вязать даже из любой другой пряжи. Также использовала пастель коричневый цвет, розовый для щечек. Вышила улыбочку ей, маленький хвосточек, сзади она выглядит таким образом. Конечно, ей необходима одежда этой маленькой крошечки. В принципе, она мне очень нравится. Так, что нам нужно? Нужно обязательно наполнитель. Крючок я использовала для детской новинки 1,25, для Ализе Софти Бэби 2 миллиметра. И, в принципе, ваше желание и все. На этом овечка готова. Итак, у меня овечечка связалась. Что я еще вязала? Вязала я как так сумку, значит, из джута. Всего связано столько. Дно и 10 рядов. Когда ее довяжу, я вам обязательно покажу. Джут я покупала в Светофоре. Две такие бобины. Надеюсь, что мне хватит. Если не хватит, буду докупать. Не помню по ценнику, сколько стоит. О планах, значит, планы. Какие планы на вязание? Получается, я буду вязать две игрушки и ВКонтакте выкладывать описание, рассказывать о них, фотографировать для донов. Следующий МК будет для донов. Если кто не знает, можете почитать о донах. Это, получается, спонсоры моей группы, которые раз в месяц оформляют подписку и раз в месяц платят определенную сумму от 50 рублей. Мастер-класс, думаю, готов будет через пару дней.
Поэтому пока еще не буду разглашать, что я собираюсь вязать. В дальнейшем вы это увидите, если вам интересно. В общем, на этом я заканчиваю свое короткое видео. Всем желаю отличного настроения, чудесных, теплых майских дней. С прошедшим вас праздником 1 мая. Всего вам самого наилучшего. Пока-пока.